Добрый день, меня зовут Ольга Орлова, я лайф-коуч и тренер по коммуникациям. Сегодня во Владимире у нас закончился тренинг «Новогодний переворот». 5 дней наши участницы трансформировались. Каждый день был посвящен какому-то действию. День принятия себя, очищения, исцеления, наполнения и последний день вдохновения. Нам было очень приятно работать с этими удивительными, самодостаточными, самостоятельными, смелыми женщинами. Именно такие женщины приходят на наши тренинги. И у нас они смогли расслабиться и почувствовать себя, может быть, немножечко слабее, нежнее, спонтаннее, интереснее, свободнее в своем женском предназначении. Ведь кроме того, что каждая из нас является мамой, работником, руководителем, подчиненной, ну, мало ли сколько еще у нас функций есть. При этом каждая из нас – это женщина, нежная, ранимая, спонтанная и очень часто креативная. Именно этим мы занимались 5 дней, и я хочу поблагодарить наших участниц за то, что они нам доверили свои проблемы, может быть, какие-то жизненные сложности. Девчонки, я благодарю вас. И еще хочу поблагодарить хозяйку этого места, Елену Шаипкину, хозяйку удивительного загородного пространства, я не побоюсь сказать, королевства, где мы и проводили этих 5 волшебных дней. Лена, спасибо. И я думаю, что мы обязательно еще раз встретимся и обязательно сделаем какой-то другой, такой же радостный, наполняющий и вдохновляющий тренинг. И я думаю, те, кто не смогли принять в нем участие по разным причинам, обязательно это сделают. До встречи на наших новых программах.